1 сентября в 9:58 на пульт дежурной части столичной полиции поступило тревожное сообщение о том, что мужчина, живущий в частном доме по улице Сибирская, вскрыл себе вены. Через несколько минут позвонил тот же мужчина и сообщил, что у него есть боевая граната, и он намерен себя взорвать. Кроме скорой помощи, на место происшествия незамедлительно прибыли полиция, служба спасения и пожарные. Территория вокруг частного дома была оцеплена, гражданское население эвакуировано. В ходе операции по задержанию злоумышленника бойцы ОМОН не обнаружили никакого взрывного устройства. Звонивший мужчина оказался пьяным телефонным террористом. Установлено, что 37-летний мужчина злоупотребляет спиртным, нигде не работает и живет на иждивении у своих родителей. После разбирательства стало известно, что телефонный террорист за текущий год звонил в полицию 6 раз. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении. Также он возместит затраты всех экстренных служб, привлеченных по его звонку.